прислали мне с AliExpress вот такой вот фонарь. Фирма Nature Hike. Вот такая вот фирма. Да ладно, что показывать, сейчас все расскажу. Я сегодня был приятно удивлен. Nature Hike фирма, она позиционируется как, ну, туристический, для туристических товаров. Я сегодня его проверил, обалденная вещь. Вот такая вот, друзья. Просто он сегодня над столом висел, освещал весь стол. Короче, было очень круто. Комплектация фонаря очень тоже приятная. Знаете почему? Потому что идет с фонарем вот такая вот сумочка. Сам фонарь водонепроницаемый. Видите, для подвеса. Nature Hike Outdoors. Вот, видите, такая сумочка. Еще с каким-то этим кармашком. Вообще, вообще интересно, видите? Вот такая вот, друзья. Вот, сама коробка. Warranty card. А, ну это гарантийная, я так понимаю, гарантийный талон. Он нам не нужен, мы оставим его здесь вот так вот на окне. Так, инструкция. Водонепроницаемый, не замерзает. Четыре режима. Значит, SOS, он мигает. Сейчас покажу. Вот, мигает красным. Потом просто красным горит. Уже, конечно, сели батарейки. Видите, красным горит. Прикольно, да? Такое вот. Ну, что-то читать где-то, чтобы не заметили. Вот. Потом самый яркий. Ну, он как бы пучок света. Но батарейки здесь уже уставшие, поэтому. И вот такой свет рассеянный. Пока выключим. Снабжен магнитом. Такая вещь. Close open. Видите, написано? Close open. Ну, то есть вещь такая. Не знаете, не как эти китайские фонари. Батарейки каких-то говеных я сюда поместил. Снабжен магнитом и вот таким вот подвесом. Типа карабином. Очень удобно, друзья. Ну, просто очень удобно. Я его сегодня применял. Nature Hike. Вот такой вот фонарь. Вот такой вот фонарь обалденный. Это вещь. Это реальная вещь. Можете купить. Ссылочку, наверное, оставлю.